Отлично. Мы в эфире? Да, должны быть. Всем привет. Продолжается турнир «Потока червям», второй тур. Отлично. Последняя игра второго тура. Вот это у нас. Ха, ты даже часиков не зашли вообще. Надо эти картинки поубирать. Даже в приснях вообще. О, музычка. Какой тут лис. Мне нравилась прошлая расстановка. Ну ладно. Да, Кагоми, начали твой ход. Ну, давайте, мочить не буду. Я будем этот... Так, всё. Ух ты. Ты разобрался, как это работает, ничего себе. Это само по себе подвиг. Путём трёх смертей. Я знаю, поэтому иди к Утеве. Ага, ты такой, да? Ой. Я же говорю, всё, я мочить тебя пока отлично, не буду. Отлично, начало. Да, но... Ты с этим справляешься, да. У нас тут дуэль кролик против... у нас тут каноничная дуэль Теви против Рейса. А, ну я смотрю, тут это заразно. Ну почти. По командному года. Вот Эйплин протестует против наступления зимы. Или не хочет зиму. Кстати, передаю привет Хитоми, которая сказала, что болеет за команду дружбы. То есть за меня и Аони. Там лизывается тут еще. У нас свой цепан. Слишком сильно не дружит, а то и команда дружбы. Я смотрю, кролик агрессивно настроен. О, отлично. Ууа, что это за пулька? На 171 дамаж, ничего себе. Ну, прямом чуть больше. А да, небольшая реклама, скоро мы будем играть на совершенно других картах, товарищи. Скоро карты станут интереснее, значительно. Ах да, Випка, ты рассказал, как сделать неразрушаемую карту? Да, это уже на мне будет. Ага, ясно. Все равно там работал. Блин, да куда я кидаю? И да, приветствуем молчаливого волка, который набежал на стол, посмотрев. Привет, Аня. Привет. Ау. Больно. Здрасте. Ты чё молчишь? Чё молчишь? Скажи. Скажи Ван-Ван. Скажи Гав-Гав. Ух ты. Мне нравится. А что это хватит пулька пистолет? Вторая пулька мне, которая... Ой! А что, разве не пулька? Эй! Ничего себе! 280, это пулька вообще. Кролик полезный. Да кролик ужасный. Сумасшедший просто. Ой, нет! Опять перевёл. Не так сильно. Дай три. Три. Ха. Что у нас будет делать, победут? Победут! А я думал телепортироваться. Прикольно. Выглядит эффектно, но, по-моему, урона не сильно наносит. Урон, да, урон что-то косячит. Урон только ударом. Урона нет вообще. Я говорю, я не агрессирую, кролик агрессирует, кролик плохой, всё. Урон не основной. Я говорю, остынь. О, неплохо. Она говорит тоже, остынь. А все агрессивные. Ну, почти. Она, карта Эрин, это такой... Да, что ж такое? Прямой луч из много-много стрел, вот, как-то так. Да, я знаю, как это работает, я разобрался уже. Так, нужно будет это хочу делать.
Нет, это здесь говорит. Должен быть. Давай, Теви. Давай. Так, сейчас. Надо подумать. Тем временем по сторонам мирно перестраивается. Эрин пошла в наступление. Сейчас. Сейчас и будет. Кстати, раз того не здесь. Алга, у нас там третий тур не получится начать. Алекс, уебись со своим третьим туром, а? С кем вы там играете? Вот скажи мне, с кем? Сейчас посмотрю. Алекс хочет пить порт. Это такой хэштег. А если вдруг сейчас обе игры отыграются? Начнется сразу четвертый? Oh. В смысле, сейчас второй идет? Ну, сейчас ты идет второй, я имею в виду, если вдруг отыграется сразу весь третий. Ну, третий тур, вы как раз вам по ошибке дружбы в этой да, чуде. Да. И Эвиан с Марковым. Ладно, неважно. А что, все здесь, как говорится. Ну, по крайней мере, две команды здесь. В любом случае, я сегодня не это самое. What? Не, ну можем да, это, и... можем сегодня не играть. Я могу любую другую играть. Если вот вы хотите Алекс и Таони с ошибкой и панвизом, то это, как говорится, ваше. Договоритесь, вперед, вперед. Авипка. Да. Помнишь, я жаловался на главный недостаток этой Эйрин? Да. Ну вот, короче, мне его только что исправили. У нее маленький угол. Это... Да, она вообще не может стрелять никуда, кроме как вперед вверх. Даже горизонтально нельзя. А вот теперь... О, передаем привет Трамфаю. Да! Трамфайчик, мы рады, что ты нас смотришь. Я очень недоволен, что ты не записался. Вот. Но хотя бы посмотришь. Да, поболеешь. Ха. А где урон? Сейчас будет. Тут не в том была фишка. Мне надо было прорубить дорогу. Моя задача сейчас самая простая. Я должен держать ошибку, пока его забирает банкиза. Хитро. Хитро. Эй, что? Простите. Я смотрю, там хоббил и бабульки магируют. Ой. Недооценил видео. Такое ощущение, что взрывается раньше времени, короче, пульт, нет? Так первые две взрываются раньше времени, действительно, а третья летит куда надо. Да. А да, кстати, я знаю, на каком фоне будет карта вот эта происходить. На той самой флане. Она будет фоном. А вот 3-2-2. Что поставить в качестве карты, я пока не знаю. Неплохо. Хитрый план просто. Интересно, здесь у всех у персонажей у всех одинаковое количество здоровья по умолчанию? Или все-таки есть какие-то разные? Нет, Алекс, ты чего? Ты же когда выбираешь, у тебя прям там будут характеристики ХП, угол обстрела и ну, то есть они разнятся, да? Конечно. Ты будешь сваливать теперь? Взяли две импы, короче. Ага. Так, по пиду, что ты сделал? А, да, там не, по фьордам прошел, что ли? Пупидуд что-то сделал. Пупидуд. Так что, Алекс. Это ведь сейчас... против меня работает. Ну, сейчас посмотрим, может, того не может. Вот сейчас мы и спросим. Ой, блин. Эй, но по шапке попал. Да. По шапке попал. Да если шапка дамажилась. Тра-та-та. О, ямка. Да ну, кроль слишком любовь, да. Он даже стрелит больше меня. Как?
Так. Фу, блин. Кролик ходил на Луну, он был по Луне. А на Луне зима бывает? На Луне бывает зимка. О, неплохо тоже. На Луне не зима. Ну... Ой, нет, слышал. Ой! Ну, близко. Ответил. Как я сказал, что Дэви не дамажит. Даже если будете разлом падать. А ты молоточку. Да, как ты Дэви не дамажит? Молоток. Не дамажит. Молоток не дамажит, молоток по 250 прилетает. Гоми, ты чё? Главное попасть. Сейчас снежинки полетят в меня. Нет, не в меня. Ну ладно, тоже сойдет. Ты типа не сходи. Да куда? Ну, Алекс, тебе этот... Тебе АО не отвечает. Молча. Ну, можно, ну, значит, можно. Негодяй. Чит. Да, ну. А ты что, куда-то хочешь потом или что после этого? Ну, ты говорил, что ты меня не ты куда-то хочешь. Я говорю, третий тур сегодня играть я точно не буду. Да я это понял, это понятно. Просто тут побудь-то... Потом что, потом товарищи вон смотри, шрайно падут на же недельный вечер. Пойдем. Поэтому... О, неплохо. Так. И, конечно же, Хиса не будет играть Not Tramfan. Вот Not Tramfan обязательно не будет играть Хиса. Оу, нет, ты лёд. Да, трамвайчик, ты делаешь успехи, ты меня радуешь. Продолжай. Близко. А о чем я не говорю, что мог работать? Что делать-то? Соберись, Кагоми. Соберись. Ок. Такая позиция, естественно, тоже. Да, вообще. Нормально, залетели. Скоро пою, попаду. Попробуй. Попадут, по тебе попадут. О, как. Ха. Да блин. Ну ладно, сойдет. О. Стратегический ход. А. Будем считать, что я не видел, откуда пролетел выстрел. Да, а откуда пролетел быстро? С особняка. Ну да, логично. Более того, не только этот. Вообще все. Опа, щит. Давай его типа добежает. Хочешь помочь? Может быть. Замирать. Добрый, Кагоми, знаешь, как он может помочь? Он может выстрелить суперстрелкой. Очень суперстрелкой. Это попасть надо. Да. Да. Ну, попасть это так. О, что, блин? Ну, стенка. Да. Слишком близко. Все, теперь. Да, я вижу, что там еще есть.
я присоединился. Да. Прицел сбил. Спасибо. И у тебя вот такой шанс уничтожить ей. Вот. У нас единственный шанс выйти и сбить вниз. Знаешь? Так, в следующий раунд собрать фейки, которые заливать, и просто бурить под них. Воу, Перин, Перин ролеплеет прям. Чё, как попал-то? Ага. Ещё и прицел сбил. Ох, там что-то произошло, я не заметил. А земля под кроликом все кончается и кончается. Я пытаюсь развести кролика телепорт, чтобы закончить его с ними здесь. Но он не хочет. А, ну все, не видишь. Что я думаю, зря приятки делать. Когда ты не подумал, что вот, вот смотри, ты же играешь с командой программистов. И я еще раз чистил угол. Не знаю, кому. Ты же помнишь, что в тот раз учудил ошибка, да? Ты под ним усиленно напилил землю. Он потом выстрел стрелочкой, поменялся местами. И внезапно оказалось... Стрелочкой нужно попасть. Я искренне верю, что нужно попасть. Просто, понимаешь, такая удельность. Но у него же их много. Значит, я сделаю так, что... О, бульдозер. Где бульдозер? Не знаю. Идем. Бульдозер? Мне... Вот он полетел. Далеко. Ну, опа, да. Когами вылетел. Вот же. Ну, ок, переигрывай. Да. Блин, а все так весело начиналось. Обидно. Кагоми. Он, видимо, что-то не совсем. Мимо. Он что-то спалит. Да, переигрываем. Да, переигрываем. Окей, как тут выйти? Только F4. Под себя стрелы кинь. Но тебе предлагают умереть. Я или понял. Вон в эту дырку. А, понятно. Ты нашел выход? Да. Я хочу доиграть эту дуэль. Прибуд пошел. Конь. Близко. Книга не опускается. Опускается, просто я не подумал о том, что может возникнуть такая проблема. Воу. А, не опускается. Ну ладно. Ока. Ну сейчас бы... кто. То, если, ну, если попадет Летси, все в руках Летси. Нет. А у Летси что-то еще есть? Есть большая сосулька. Блин! Да, так не поднимается пацан. Ой, все.
Ну давай, прямой наводкой может. Не может. Окей. Иди назад. Там есть такая ситуация, просто это самое. Да. Три стрелку прямой наводкой наводи и на мас. Я, собственно, так и сделал. А может тебе игрок возьмем, потому что мне жутко сейчас. Дроп. Так, Кагоми, есть переигровка? Давай, забегай. На каких условиях? Ну, да, наверное. Только сейчас там респаун же будет, хрен знает где. Опять. Не важно. Так, я тогда на минутку отойду. Давай. Пока Кагоми зайдет закупиться. Да, мне буквально минуту. Но стрим был доход. Да. Есть, это радует. Оказался верно. Вот да, товарищи, пользуясь случаем, хочу послать вас всех на голосование за любимок, которое стартовало сегодня. Вот, собственно, да, у вас есть уникальная возможность поддержать свою любимку, как говорится, не только словом, но и делом. С 15 по 21 января у нас на форуме, собственно, есть все, вся необходимая информация для того, чтобы вы могли проголосовать. Поэтому вперед, товарищи, поддерживаем, свергнем Рейму с пьедестала. Так его же свергали за прошлый год, говорит, там бывает. Ну, это было позапрошлым году. Так, тут очки я. Только народ, никогда не заходите на наш форум, не смотрите наши стримы и не подписывайтесь на наши каналы. О, да, Мурзик, да, Мурзик посещает. Обычно народ не делает, понятно почему. Мурзик, раз товарищи сегодня пойдут играть в Хиса, у нас будет Майнкрафт. Мурзик, можно. Сказал, возможно. Покажем чуваком, чувакам наших пауканов. Прочих пауканы. Ну, да, туда нас... сначала еще добраться-то надо. Мы завели пауканов. А ты в ад зайди. Ну. Ну, в аду там пауканы попроще. Да то они страшные. Не страшные они, они надоедливые, раздражают сильно. Но нет, они такие маленькие. Еще и злые. Это ты больших не видел. Так, поехали. Точно все закупились то, что потратили, не затратили. Борис. Побед на этой карте будет? Да-да-да, все хорошо. Все, закупили. Ничего. Большая карта. У меня та же самая Рэймо. Ну, мы сейчас махнем, так что не волнуйся. Так что непонятно. Ну, собственно. Ну ладно. Примерно как и было. Только и... наоборот. А, не совсем. Нет, а, да, совсем. Наоборот, все правильно. Да, совсем наоборот. Ух ты, мой ход. Да. Ну что, Кагоми? Теперь под тобой земля гореть будет. Ох. Лопат. Первым ходом надо снести эту шпиль. А, этот шпиль, да? Даже меньше стрелиц нужно будет, чем в прошлый раз, потому что он на возвышенности стоял, так что. О, спасибо. Ну, ладно. Все. Нет, не спасибо. Может, мне именно крайнёртные вещи нужно, чем мне это поможет за игру, или за ответ, так что... Ах, вот ты как, да? Уйди. Туда удобнее стрелять было, ну ладно. Так. А это я зря, кажется, всё сделал. Очень зря. Вы можете скосплеить сценку из фантазма, которая была. Помните, какая была сценка в фантазме? В пятом. Да, кролик притворяется умершим, ага. Потом хватает за лапу и такая же. Ага, да, точно. Не один фантазм, смотрел, как-то
Эй, у нас как раз есть Аечка, которая напишет статью. Да, Алекс? А? Чего? Статью, блядь, пиши. А Витка должен украсть у меня... А, нет, это получается... Бутылочку. Да, бутылочку вот эту вот предпоследнюю. Отлично. Назад. А, чёрт. Здесь так теперь не мой, да? Выгонял. Это ударчик. Да, это слишком сильно, кстати. Слишком сильное оружие, чтобы кого-то опускать. Надо было убить пиксель. Теперь все хорошо. Баланс восстановлен. У тебя тоже есть. Сейчас Илва в него должен попасть. Во, я же говорю... Так, ко мне куда идти? Ага. Ну, значит, ну окей. Ау, вот это было очень приятно. Как Доми верен своей цели. Копать, копать, еще раз копать. Я же Дэвид, мне нужно знать все слова из таких активников, чтобы задавить их и забрать их кошельки. А, недолет. Ну ладно. Я заберу кошелек у Рейсинг. Давай, что ее идет. Ты бедный кролик. С каких пор ты бандита заделался? Кошельки он забирает. Так, все же, если ты вышел слишком сильный, его не уже нахуй. Считай, если 3-2-2 выстрел у Эйдин, 280, одна пулька точно в попадании у кролика, это скажу так. Это ужас. Ну, а ничего, что Айчка постолько же... Ну, Айка должна чуть-чуть попасть в свою кролику. Эйдин вообще по 290, под 300. А кролик очень легко попадать, да. Ну, знаешь, легче, чем моим словом. По 1 метр, 5, ветер против нас. Получи, у тебя есть молоток. Вот запулив кролика молотком. Ну, почти нет, попал. Молотком попасть очень жестко. Он по такой челлендж припрыгнет и... Ой, куда? Вести его. Да, дежавю. Под Эйрин опять копается земля. Но они там мирно играют. Да, еще никто никого урона не нанес. Все было по-другому. И вообще, Бейса Ная. Ветер против меня, эй, ветер. Это жрицу знают, знаешь? Это не ветер против тебя. Это тебе намек жирный. Кого нужно взять? Кому нужно хранить верность? Ого! Ну почти, я выше шпиля попал, это жесть. Ай, хватит ходить, кролик, дай кролику. Хватит ходить, кролик, дай попасть. Кролику походить. Да. Кролик опять хорошо попает, это красиво. И кролик красиво. Такой, от кролика слышу. Ой, а чё он так слабый? Ветер. Ветер никакой не был. А, ладно. Бам-бам. Лучше бы ты вторым стрелом попал бы, а? Ой, здесь хоть он прицел сбил. Ива, Ива, налево, налево, Ива, налево, у нас кролик. Ива! Уии! Зима пришла. Ива, у нас кролик.
вот тут вот. Поменять стиль просто. У него сейчас стрелочки есть, понимаешь? То есть это наша самая приоритетная цель. Кто? Ошибка? Да. Не, вот этот урон уже нашел вместо того, чтобы спускать. Это такой, не знаю, намек на действие. А самое главное, стрелочки ты типа используешь, да, если ошибка? А? И стрелочки не поиспользуешь, тут все слишком плохо находится. О, шикарно. Так, ну, все равно нужно мочить обидку, брат. Нет, брат не кролик. Кролик не брат, может быть, мне сложно. Все еще живы. Ничего себе. Ты смотри, тут и один гениальный ум, и это самое. Питомица ее... Как бы такое. Ну вот, когда карта закончится, то это где-то кролик. А какой из... Ай, куда? Вот так, хорошо. Эйрин, Человек-паук. Вон, по 319 со стрелки. У меня даже костюм похож, короче. Так, тебе нужно ко мне. Но вначале спустить бабку. Я совсем забыл. Ребята, вы это не слушаете, но, короче, у Кагоми слабость к бабкам. Это рез раскрыл это. А ничего, что бабка второй раз подряд ходит, как бы, как для Ио. Это... Все противники два раза ходят, прежде чем мы. Ребята, это подкручено. Сливаем. Все подкручено, я понял. Наш суд откуплен. То есть вы сдаетесь, да? Ну, с такими читерами вроде, конечно, но... Ой, видите, смотрите, вот видите, мне. А ты стреляй в его, попадешь в меня. Ну, так... Да. Ну. Вот это я быстро понимаю. Рокировка. Максимальная вообще мощность была. Вот учитесь, ребят, как физику использовать, когда он против вас. Ну, почти. Эй, бомбиц, хотите стирать плечи, на меня постреляйте? Или... Нет? Скоро. Хватит булить. Мы... Нет, ну... Нет, такими темпами можно его четырьмя стрелками уже вниз спустить. Теряешь напарника, Кагоми. Делай что-нибудь. Что сделать? Четыре играют у меня. Аилу, у тебя стрелки есть? Убегай, да. Уходи от огня. Его тебя. Эскейп или... Эскейп удай. Ну, или с ними, Эйрин, она не должна дойти. Я, в принципе, смотри, на самом деле, если ты сейчас пойдешь в Эйрин, она уже не будет по тебе. Воу. Ой, класс! Ты вышел прямо на линию огня, шикарно. Если дашь мне походить, то все. Да ты два раза будешь ходить, знаю вас. Держи. И ведь попал. Да. И ведь попал. Как он это делает, скажите мне? Он программист, Алекс, это все объясняет. Я понял, подкрутил игру, я понял. Ой. Прикольно. Безжалостные люди. Луны. Безжалостные луняне вообще. Земляне, вы лунянам поигрываете. О! А, ну конечно, идеально! Ладно, убивай меня. Сейчас, подожди, надо просчитать все. Взяли читеров персонажей. Нет, реально, для персонажа с жестким уроном. Ну почти. Ну, видишь, как Кагоми, это просто... Ты понимаешь, к чему тебя готовят. Сейчас кролик сзади. Я не попал, на самом деле. Ой. Не обращайте внимания. Окей. Надо выяснить. Знаете, в чем прикол? Если у Кагоми, кажется, стрелка не это, но. Так. Хотя, стоп. Погляешь, попадает.
Банвиц, ты уверен, что это не ошибка? Это не ошибка, поверь. Он знает, как выглядит ошибка. Угу, хорошо. Ну, хотя бы щит я с тебя снял. Я хотя бы кого-то с собой заберу. Это радует. Что? Пиксин. Ну, я вообще радуюсь, я в тебя попал. Я видел. Ух, ничего себе. Я же говорю, я хоть кого-то с собой, но заберу. Так, надо еще выиграть как-то. Ну, выиграть уж выиграешь, потому что мне этого никто. А там яма или нет? Ай, дайте ход, пожалуйста, ребята, вы уже походили. Ну, это серьезно, уже пишите. Я еще не ходил после тебя. Нет, ну просто ходит красная команда, и потом еще какой-то чувак из красной команды, а потом только синяя. Вот это вот... Наверное, потому что их двое, ты один. Нет, и до этого так же было, серьезно. Мне это уже раздражает. Давайте сейчас ошибка ходит, давай. Нет, так он только что ходил. А, понятно. Понятно, чего мы ждали. Войну. Но ветер немножечко не в твою пользу. Серьезно, я говорю, вещи подкручен. Только он максимально в сторону, который не нужен. Как бы для этого тебе нужна твоя карта. Вот ты можешь попросить ошибку залочить ветра, на ней не будет ветра. Вот, ветер не нужен. Как не нужен? А там так можно сделать? Я думаю, да. Самоубился. Так, а теперь бы этот... Ветер, это все ветер, да. Ну да. Ветер подкручен. Кагоми, видишь? Так. Кагоми почувствовал, что можно вытащить, да, еще? Нет, я почувствовал, что можно вот просто сделать... Ты в меня целился, да? Кстати, гениально. Лови. Бум-бум-бум. Вот как можно использовать ветер, если знаете как. Трофан передает пламенный привет Банвизу, который только что на стриме запулил это самое, пузырек себя, накатил. Да, накатил. Выпил яду, так сказать. 71. Так, через пару лет убил. Ты с уроном, у меня беда. Это я. Нормально все у Тевис урона. Просто Кагоми не юзает урон новые пули. Ну, сейчас могу подсидеть, что это урона. Он предпочитает копать. Угу. Да. Я же говорил, вот молоток просто ужасно летит. Им хрен попадешь. В обычных условиях. Ну, пули вот этого кролика тоже ужасно летят. Так. Я говорю, мой единственный шанс это копать. Ты опять докопаешься, он возьмет и поменяет. Да тут невыгодно. Менять. Ну, смотря как Кагоми накопает. Не. Слишком слабый ветер. Самое обидное, что я не могу соединить все это. Даже по вопросам, по игре. Ты только назад не уходи. Да, устроим мужицкую дуэль. Ну вы же две девочки. Но да, если ты сказал ушастую дуэль. Ушастую дуэль. Ию, Кагоми вернули. Окей. Кагоми, у тебя же ноут, пользуйся, переворачивай ноут вверх тормашками. Вверх тормашками, да. Блин, ветер в какую сторону, я понять не могу. Ветер в противоположную. От кого? Ну короче... Ветер направо. Направо! Я и говорю, я не вижу просто, в чью сторону ветер. Надо тебе брать жрицу ветра. Ага, я понял, второй ход подряд. Конечно. Я вот так вот сделал, наверное, давай. Только К
Кролик неудачи тень. Что? Ай, сдался. Два хода подряд. Гонэкс. Угу. Отмешан. Я говорю, подкручено просто, подкручено. Обязательно менять персонажа? Нет. Нет, как хочешь. Я буду это... Я не успокоюсь, пока я вас не успокоюсь. Добавим. Ты все хочешь быть в Леве? Карту меняем. Или? Хотя стоп, нет, я не хочу быть. Я хочу быть. Что? Что это за грибы? Уточку никто не хочет. Поднеду копать, давай, где вот этот, попадешь, умираешь, давай. Вот давай туда все, вот как раз таки. О боже, вот этот ад. Вот эту жесть, не надо эту жесть, пожалуйста. О, санайку давай, санайку. Окей. Да, я не в курсе, что там. Я тоже. Не знаю, можно гору, но... Нет, гору это будет слишком долго. Вот это, по-моему, нормально. Да, нужна другая карта. Нам нужна карта, где будет мало растительности. О, знаете что, вот в других ситуациях я бы сказал нет, ну давайте книжку. Кагоми захотел книжки, господи, да. Чем его... Как его подменили? У меня просто этот... Поменение началось. Большое. Книжки... Книжки-малышки. Да, книжки. Заодно, кстати, проверим, насколько сильно подкручено там все. Да. Никто не против книжек? Нет. Я не шарю. Ну, а пускай будут. Вот, ну вот, карта выглядит так, как на превью. Столбы? А-а-а. Да. Книжки, понимаешь, что делать, кстати, подбис? Ты можешь вот там в краешке оказаться, видишь, внизу, да? Да, вот, да, да. А где обычно я оказываюсь? Обязательно. Ну, если ты это я, то обязательно. Не знаю, у нас ники разные. Мне кажется, это что-то значит. Ну, у меня тоже ник другой, чем обычно. Я, как бы сказать, перестраховал на этот счет. Ну, поехали. А, точнее. Папе Дьют, вы все закупились там? Илла опять не поменял персонажа. Ну? Ух, ё-моё. Ошибка. Да. Я беру, подкручивай. Эй, что мне делать теперь? У тебя ветер хороший, стреляй. Ладно, да, давай. Вон, по Кагоми как раз попадёшь. По Питю повезло. Вообще я могу сделать. Стреляй. Не, я понимаю, я сделаю вот так. Ого, у тебя с самого начала заряженная это самое? Да, у него с самого начала есть карта. О, окей, я буду пулеметом стрелять, мне все равно. Итро. Это был хитрый план. Пулемет там вверх. Хорошо. Это перестрелка. Теперь я могу в папе Дьют стрелять. Да? Попробуем. Папе де пау. Пытыщ. О, снегопад. За пределами карты. Или как? Ну что, попасть не попасть. Ой, да, я же докашетит, я забыл. Прикольно, что... Ух ты, ё-моё. Прикольная вещь. Ага, ошибка, я понял. Никаких шансов моему тиммейту, да? Да. Нормально. Прикольная штука. Шансов моему тиммейту. Только я так и не понял, под каким именно оно углом отлетает. Как ударит. Это неважно. Та-та-та-та-та. Это смотри, мой тиммейт ходил 6 ходов назад.
Зато ошибка ходил практически два раза подряд. Второй раз. Твой тиммейт вообще стоит на пикселе перед пропастью. Вот. Кто? Где? Ну, не перед пропастью, вот ему еще есть куда падать. Под ним книжки же. Ну да, но да. Все же. Надо было каком убрать. Какоми, снимай собаку. Сейчас. А то она рано или поздно застреляется. А как мне снять, мне даже вас не хватает, ну ты дело. Ну, цветком снимай. Ваша будет нас вот так вот эти. Та-та-та-та-та. Да не этим. Ага. Куда-то мимо. Ваша теперь все. Ваха далеко. Я пока с дачки вышел. Вот всем собака не нравится. А в меня просто не могут попасть. Это просто мало хотят. Окей. Ну, скажем так, не совсем удачный место для проведения стычков, потому что части людей нормально сосредоточатся в силу некоторых обстоятельств, которые здесь играют. Арун такси. Ну, зато какой импакт. Это с одного кольца. Теперь в Кагуме будет два кольца рикошетить. Может рикошетить. Угу. Я просто... Ну, почти. Это похоже на дождик. Окей, перейдем, снимаем банвизу. Мочим. А я под крышкой. Ну, у тебя будет чуть-чуть долбиться. Попал. Видишь, Кагоми, Илва это самое, Илву тащит. Илва сейчас спустит сувак. Там еще километр книг. Ну... А вот грань между бутылкой и Лиливайт как-то истончается. Грань между бутылкой с алкоголиком и сум. Воу. Метка. Ух, блин, я столько пилил эту книгу, а теперь... Опять, да? Кто там на машине едет? Я на вертолете лечу. Ладно. Как раз подходящий ветер. Ну да, я попробую, конечно. Ходящий ветер. Где-то на две трети. Ну почти. Если бы там не было этого столба, то я бы попал. Это три четверти было. Ок. Кагуми, подожди, у тебя же есть стрелка. Лети прям вплотную к суваке. Ага, и получаем вплотную много урона, спасибо. Но собака немного бьет. У меня же ничего нету. Тогда лети вплотную, Кейрин. Не убирай ведь с ней. Вот такие сайты хорошие. Не, можно. Можно и без нее попробовать. Я бы, а? Хорошенько. Вот, смотри, для тебя там вон идеальное укрытие. Вот прям под это самое. Под собак. У тебя еще хилка есть. Так. Хилка на 40. Нет, если бы его стоял, я... Ага. Да блин! Буквально краешком. Я могу уйти вглубь моей базы. Угу. Как раз и на линию моего огня. Ты еще уходи. Угу. И при этом стоять под дотом 17. Сейчас Илу попадет? Нет, не попадет. Так.
Ой. Ну ладно. Ну, пусть будет. Так, ну чё? Кого там? Кто на линии огня? Кого? Ты. Точка. Бабку с крявками кидается, маразм начался, видать. А, в тебя таки попали. Бабка с крявками кидается. Скорую ей. Ну, она два в одном. Она и скорая. А почему в тот раз был розовый, а в этот зеленый? Не, ну по моему желанию. Зеленый, да, мелкий, да. Бьет много, розовый, большой, бьет мало. Это два разных выстрела? Да. А можно совместить, чтобы он был большой и бил no. Ну ты почти попал вот в тот кусочек, там где все плохо. Да, там, где все плохо, и там, где прямой выстрел от меня. А, здесь... Вот мы вместе сделаем. Не, мне не нравится этот ветер. Пропускай ход. Поздно. Я поменял ветер. Ай-яй-яй. Ну ладно. Попидут, сам излечился. Да, вот видишь, сувалка там... Что это вообще было? Ты что, в себя стреляешь? Жалко, сошла с ума. Все нормально. Хорошо. Нет, это очень хороший для его. Угу. Ты уверен? Это... Да. Окей. Это проверка упругости стали из нержавейки, которая подогнала литру. А, в одной штучке? Стали из нержавейки? Ой. Ну, да, и нержавейки из стали. Да, стальная нержавейка, я понял. Оно спит. Да. Ну, вот как раз перегад от Когуми по 30, я лечусь по 30. Баланс. От Когуми по 50 может лечиться. Нет, на свою позицию только посмотри. Уии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 ii Шляпа дрыгается. Шляпа ползает. Пацан. Ой. И обратно в шляпу отрикошетил, да? Не-не-не, вылва. Нет. А, ветер. Ну да. Она еще есть? Выступай. Ты можешь по праву считаться танчиком. Вот смотри, тебя двое фокусит, а ты все живешь и живешь. Метка. Живешь. А, ну... Лилевай танк. Надо фокусить ее, склянки уже. Хватит. Танк лилевает. Земля-то заканчивается. А куда там? Прежде земли столько, что... Ну, я тогда опущусь. Верно к вам. Он опустит до вашего уровня. Ой. А нет, красиво. Только не в меня. Тебя тяжело попасть. Ну да.
Ну, и пытаться не стоит. Мне в себя легче попасть. Ай-яй-яй. Не, вы можете переключиться на папку, потому что ее стрелки скоро и тебя начнут зачесывать. Ну так как одна склянка, и у вас могут отойти. А, понимаешь, кружность Ивалдара будет на пару миллионов. А зачем? Освежи, детка, так что... Книжка. Cool story. Ой, ой-ой-ой. Хорошо. Ну, попал. Прямой наводкой больше урона. Эх. Ну, ладно. А, вы что, ветер вот сюда, я понял. Так, это может попасть. Ладно. Нет, не может. А, может оно замораживает? Скорее всего. Нет, это просто пуля, которая наносит очень маленький урон. Вии, хорошо. А смысл мне тогда? Ну, знаю, Алекс. Угу, хорошо. Лети есть вот, вот этот вот хороший выстрел, который сосут эти снежинки. Это, собственно, единственное хорошее, что есть у Летти. А, ну еще сосудка сверху, мне ей попасть сложно. А с паукарта? Она землю перед собой как жужука выставляет. А. Могу жужука над собой веет, а это перед собой. Что ж такое? Ой. Да, отлично. У меня крыша заканчивается. Хорошо, бойся. Хода 4 выдержит еще. А, перелет. Я пещеру выкопал. Бутылками. Ну, у тебя там еще пиксели защищающие, а следующий удар уже попадет. О, спасибо. Сейчас я приду. Давай, Алекс. Понятно, за что спасибо, но если гений с луны говорит спасибо, значит, это хитрый план. Это гений с луны. Я по- все его не мог пройти. Скрялок, что это вообще. А, ну ладно, это все изменяет. Окей. Да. Нормально, по тебе про неудобно попадать. А, нет, уже удобно. Уже удобно, да. Да, мне неудобно никуда, ни в кого попадать. А у меня ветер все время в мою сторону, неудобно. А, и перелет. Ура. Ничего. Ну, блин, ошибка, ты шпургамистый хвост, подкрути. Ну, так вот. Во, шикарно. Еще один щит выбили. Уже второй. Да, особо не надо. Вряд ли их там больше трех, так что... Чтобы на книжках телепорт выбрать, это не могу. Ну да. Да, понятно. Так и было задумано? Нет. Блин, неудобно. Угу, мне тоже неудобно было. Не пиксель. Так, но я бы не попал. Да, 10 пунктов.
А где мои цветочки? Так. Надо я попадать хочу. Для того, чтобы были цветочки. Да, для того, чтобы... Я в землю попадаю, ушел мало. Не, мало. Нужно в кого-то попадать. Например, в себя. Тиммейт тоже сойдет. Да. Поверьте. Во всех попасть сложно. Либо к Кагоме. Аккуратно, видите. Кагоме, лопай поту. Хорошо, я вижу. Пот, поту лопай. Нету потов. Ага. Нету потов, но... А, что я сделал? Ладно. Сильный пот. Да-да-да, я думал наоборот, чтобы оно быстрее упало. Но оно быстрее упало, но не туда. Ты знаешь, когда телепортируешься, стрелочка падает вниз. Человек бы туда телепортировался такой. Сколько у тебя их? Третий уже. Хорошо, все. Я сомневаюсь, что там еще есть. Ну туда. Йо, я все-таки только не убиваешь, я столько шум, пока меня впустили. Давай, убивай кого-нибудь. Этот цветок догонит ту стрелочку, которую выпустила Эли. Все еще живы. Да, значит, еще живы, Алекс. Я просто максимум. Так, ветер уже не такой сильный. Еще и в другую сторону. Ой, что я делал? Боже, позже я забыл. Забыл. Это был интересный ход. Ой. Это был гениальный ход. Да, вообще. Смотрите, они друг с другом воюют. Синие. Уходите, тут красные друг друга война объявили. Они делят вашу шкуру. Так, ну окей, значит я могу стрелять по ошибке. Они уже делят победу между собой. Какой победа? Какой победа тут еще? Так. Теперь я не ошибся. Не ошибусь. Ветер нормальный. Шикарно. Идеально просто. Кагоми, давай. Акт да. Самого. Акт суицида. Летишь к ним и взрываешь. Акт сердце. Вандализма надо сделать. Передо. Не, ну атаку да. Они долго. Очень-очень близко было. 79-й ход. Ой, ты 300-й ходы не видел, знаешь, в этой игре. Когда двое игроков оставалось. Например, я и Алекс. Там вообще я. Ух ты. Удобно. Ух ты туда. Че, попал? Да. Да, его очень чуть-чуть да. Неудобно. Сейчас его будет тащить. А, да, там же земля закончилась. Ну. Окей. Чего радуешься? Просто снаряд не долетает. Точнее, твоя склянка. Бабка со склянкой. Хе-хе. Тебя вот так называют. Бабка со склянкой. Ну, близко. Круто. 12, если что, попал как-то. Это не попал, это яд. Это яд. Яд. От скляночки. Бабка лечить должна, а она калечит. Она может лечить. Да, Эрин она лечит. Ой, твой Эрин. Рейсон она лечит, остальных она калечит. Не. Ну, как бы вообще не работает. Подточил немножко. Книжку. Откусил. Что только не делают с книгами в Генсоке. Бьют по мордасам книгам. Ай. Кусают книги. А некоторые даже читают. Ну, ты чё? Удивительно. Да. Просто избранные единицы. Что мне читать? Лечится там, понимаешь ли. Mm.
мне перелет. И вот сейчас на других картах нету, которые смогут нормально цеплять. Ну, можно прямую, в принципе, попробовать побить. Мы не сможем попадать, он сможет. Но это долго. Ай. Ничего, зима приходит. Зима близко? Наверное. С весной вместе. Да. О, я вон по низу стреляю, чтобы... Весна снизу, зима сверху. Сейчас вас подточат, пацаны. Ребят, столько времени ушло на это, я могу. Ай-яй-яй. Вообще не так. Я не могу пролезть. Блин, и главное... Гудить надо. Под склянками балка. Пролезть он не может. Так, ну, в принципе... Неплохо. Делай. Ну... Хитро. Нет. Его дали позицию. Шанс ведро. Илва, давай, прямой наводкой. Давай. Ну, там тяжело прямой наводкой. На таком расстоянии. Ну чё, он попадёт? Он попадёт! Он попадёт! Кагоми, дует, давай. Дует. Снизу фармачи. Дует. Снизу. Ну ладно. Да, через нашу сторону. Ветер. А у колец какой хитбокс? Такой хороший. Же? Хороший. Я минус. Понял. О, колец какой хитбокс? Хороший. Опа. Еще и полечился. Сейчас, надо давай. Снимать. Товарищ Зима, давай. Товарищ Зима. Вообще его можно товарищем секретом называть, но... Ярл Мороз. Почему же дед? Генерал. Генерал Мороз, да, шикарно. Помочь ему. Ой, блин, выше. Девочка. Девочка-снежинка. А почему девочка-секрет? Потому что он секрет. Ну, блин. Голосовать не хочешь. Чуть надо говорить. Было меньше. Ну да, чуть-чуть буквально. А, на 200 зашло. Секретная девочка. Юва, секретная девочка у Пантоха. О, это ты скорее всего. Это в себя все, да. А нет. Это было обидно, наверное. Да, это было очень обидно. Сментом, ну. За что? За то, что ты не говоришь день рождения, не хочешь голос. Какие голосы? Ева, это вечер. Я максимальную избрал вообще силу, максимальную, чтобы хоть достать до них. Так ветер, он же как бы не так работает. Чуть-чуть. Паник ветер, ладно. Нет, это эпичный. Это надо в Харлайт, это топ-10 самых нелепых смертей. Точняк. Кидает, не, не докинул. Ну, это погибли, стрелять его в один. Это самое эффективное так, оружие на дальней дистанции, Уэйрин. Полезно более ему, кстати. А, лучшая медицина. Горькая медицина. О. Ну, достаточно о, близко. Сейчас обратно в вас, да, по той же траектории. Вообще великолепно. Вот этот ветер я не могу понять, как его стрелять вообще. Надо тебе все-таки. Да. Надо тебе было брать все-таки девочку чудо. Чудо девочка. Да, чудо девочка. Ну,
круто. Круто, я тоже сам в шоке. Как вы наострились стрелять-то? Попытка номер два. Не. А нет. Трамфану тоже очень понравился выстрел Кагоми. Ой, всем понравился твой выстрел. Это, наверное, будет лучший выстрел турнира, короче. Вообще. Ну, подожди. А, вот это попадание. А, нет. Почти. На данный момент. Ну, товарищи, еще три игры в запасе, они еще отожгут. И мы, и нас с Люсей не скидываем. Нет, меня здесь квалифицирует, пожалуйста, турнира больше не хотите. Это будет моя последняя. Ох. А. Ладно. И что ж тебе делать? Давай, два хода подряд. По старинке и поехали. Ладно, я сделаю вид, что я полезный. Я в себя сейчас выстрелю, блядь. А Кагоми, так кстати, может, тоже будешь лечиться? Ага. По 40, да? Когда вы не подставляют. Два раза ты будешь. Ну, чуть-чуть не налет, по-моему. Хотя нет. Неплохо. Смотри, у них семечки появились. Ты сейчас можешь семечки рвануть, Кагоми. Правда, неизвестно, что вырастет. Парни или рванут. Пока они там пытаются запускать в космос непонятные зеленые фиговины. Слушай, ваш скилл спасет, что ли? У вас просто может земля закончится. Да. Да. Никто не мешает конкретно мне передвинуться. Угу. Чуть-чуть. Давай махни со мной местами. Ну, это сложно. Если вот эта пуля сейчас попадет. Ну, в принципе, я попробую. Серьезно? Да. У тебя там на один... Айрин, серьезно? Басту с лишним? Это же не пот, это не пот. Ребят, вы слишком моего персонажа взяли. Недостаточно информации. Не, не оно. С Сэмбой Кагоми ты познакомишься, когда будешь играть с Заком. Хотя нет, вы с ним уже играли, да, я забыл. Так, нужно очень аккуратно выстрелить. Вейден? Нет, вряд ли получится. Не. Ну там тяжело. Ну да, это тяжело. Эрин, ты нарвешься у меня, вот реально нарвешься, я обещаю. Вот эти вот хилки у меня нарвешься. Я всегда люди говорю, если у вас есть шанс убить меня, делайте это прямо сейчас, потому что потом я камбэкну. А если камбэк, то вам ой, как не понравится. Ой, как не понравится. Вот так, да? Увидишь еще, брат, увидишь. Хорошо. Раз не говорите, то получите. Рэд уже один раз увидел, когда меня в карках не убил. Это что-то я еще мать кусок получить, ту самую. Когда я партнер, ну терять вижу, остался живым. Так, ребят, вы ходите, но я смотрю на ХП, оно как-то не прибавляется особо. Или не убавляется. По 30 с копейками. Не, ну чуть-чуть. По 30 как бы должно ощутиться. Так там нам 250 влетело один раз. Где? Где-то. Летит. Верну, не, все, улетело. Раз с КПО ну, сбило, короче, на подлетах. Блин, угол неудобно. Да вообще. И ветер тоже. Я не знаю. Я уничтожу вас всех. Ну где эти выстрелы? Я даже оба просто вверх стреляю, все, вверх. Ну, тут высота карты 900. Нет, сколько? Я думаю, пули над картой тоже летят. Зак, это вторая игра
второго раунда. Вот это тут кусочек земли мешает. Да, да, да. Мне отойти в следующий раз? Не надо. Давайте так, в таком же ритме играем, ребят, в таком же ритме. Мне нравится. Просто долго играть. О, уже ближе. Ура, Ветя. Да. Гоми, взорви ты им семечки. А, это у тебя спелл-карта. Да, это спелл-карта. Ой, ну ладно. Нормально, нормально, нормально. Чё? О, уже ближе. Смотрим. О, неплохо. Цветочки. Да. Красота. Слушай, как твоё семечко оказалось вот, вот там, где тюльпан сейчас, ты видишь? Посередине тюльпан вырос. Ну это когда он сдолбанул его-то. А, да. Так, попробуем вот это. Ой! Ну так доиграйте. Я понял, что ты делал. Хорошо. Это кушает больше земли, но это меньше урона. Хотя, на самом деле, кто его знает, что было получше. Ну, да, вот. Окей, пойду я схожу. А, я не могу. Ладно. Хит давай. Попробую карту за селефеи партизаны, которые не сдаются. Оно. На левом углу карту засели. Вторая половина плана не сработала, но и норм. Доктора-убийцы засели на левой половине. Доктора-убийцы? Ну, доктора-убийцы, да. Сколько я бутылок выкидал за две игры? Ты, наверное, больше отравил, чем вылечил, да? Да. Ай-яй-яй. Попал. Прямо в меня. Окей. Какой мне камбэкает? Я говорю, если у вас есть шанс убить, не делайте это прямо сейчас. Не то чтобы это было легко. Сейчас они полечатся еще. Да хоть на фу хп. Земля пойдет не хочется, хоть все не знаю, миллиард хп будет. Опа. О, сейчас будет... Почти. Она на всю карту летит. Да. Она просто определенное количество земли снимает. То есть, если у меня было мало земли, то оно полетит дальше искать новую землю. Так, окей, то есть он будет пристрелить прямую наводку, да, под вопалом? Это будет тоже тяжело. Да. Какой мне снимай лучника? Лучника снимай, лучники всегда ДД. Снимай лучников. Это лучница настолько пьяная, что вообще смысла не нет. Ну, то есть смотри, она хоть и пьяная, но хоть один выстрел, и все. И твои приключения закончатся. Класс. Если бы эти семена хотя бы разрывались, когда я тянулся. Ладно, попробуем так. А знаете, кто бы сейчас здесь пригодился? Та самая Мариса с теми самыми бобами. Да. Ух ты! А я двигаться не могу, да? Вправо не можешь, влево можешь. Советую тебе это сделать. Сейчас сделаю, посмертно, с тобой вместе. Мариса с бомбами, ну, да. Вы смотрите, реально, один цветок. О! Спасибо. Ну, давай. Я как раз собирался следующим выстрелом снимать эти пиксели. Браво. Ведь попал. Красота. Взяли да. урону. Ну, вот как-то так. На этом, соответственно, последняя игра второго тура, она же вторая игра второго тура, завершена. Всем спасибо за просмотр. Вам спасибо за игры. Да, спасибо за игры. Да, спасибо за игры. С вами Бан... страдал Кагоми. Бан-видел. И страдал Илла от Кагоми. Им бан, короче, команде по бану по ошибке, дать бан по ошибке за чипы. Вот как-то так. Вот да. Кагоми требует бан по ошибке. Бану по ошибке. Вот. Да. Так что, не будет третьего? Что? Ну хотите будет. Ну, слушайте, сейчас стрим будет закончен. Вот, поэтому давайте. Всем да. Всем спасибо, пока. Всем пока. Да.